так пока ветер трясет, я попробую еще и резкость потрясти. Мне лучше не становится. Просто вот он еще не настолько высоко, чтобы четко быть видным. Слишком контрастно. Кроме того, 73 миллиона километров до Марса, 668 до Сатурна миллионов километров, 1 миллиард 385 до Сатурна, 1 миллиард 385 до Юпитера, 668 миллионов километров. Так, ну, наверное, сниму я Луну и на том порешим. Покончим со съемками. Так, все равно от дымки в атмосфере мы не избавимся. Так, буду я, наверное, пытаться по краю Луны пройтись. Регулировать ручкой не получается. Увеличение 125 крат, тут оптическое увеличение фотоаппарат, а у кратер Платон. И 4 еще цифровое добавляется. То есть малейшее касание, сразу начинается тряска. Поэтому регулировку я провожу, цепляя одну из ног треноги штативом и пытаясь по земле миллиметровыми смещениями от Аристарх добиться нужного попадания. Левой рукой почесать правое ухо, протянул под копчиком, где-то так. Да, вот в полнолуние, наверное, самое красивое — это окраины Луны, очертания. Оп. Кратер Тихо, Тихо Браге. Датский, по-моему, астроном, в честь него названо. Это огромный пуп, пуп Луны, пуп Земли есть, это пуп Луны. Надо же, это моя любимая песня. И теперь я увлекся съемками Луны. Как раз в тему. Опачки. Тикетизм. Да, дымка мешает. Мешает. Ну что, ух ты, какой у нас тут колоритный, обширный такой кратер, как раз
Это море, наверное, не кратер. Сейчас сама влезет луна. Это ветер шевелит камеру неявно. О, вот как раз по самому краешку луны идет. Знатно. Кратер с пупырышком. Ладно, по-моему, я уделил луне полулуне все время, которое имело возможность. Вообще не имело возможности время уделять сегодня луне. Ну ладно. Уж больно она хороша, чтобы проигнорировать полнолуние, да еще и безоблачно, пусть дымчатая. Сейчас она вся влезет в камеру, красавица. О, поместилась. 22:44 по Киеву в Харькове. 2 сентября 2020 год. Полнолуние. Всем спокойной ночи.